Всем привет! Снова с вами Панцер. Почти лето, наконец-то распогодилось. Еще 2 дня назад шел снег, но уже, слава богу, солнышко, тепленько и даже без заморозков. И это уже почти апрель месяц. Да, и сегодня у меня на обзоре опять пиво, которое, в принципе, продается в Украине уже давно, но я его, честно говоря, не помню, пил ли я его или нет, но, скорее всего, пил. Я не мог пройти мимо. Это пиво Карлсберг. Это, в общем-то, довольно известная марка пива. И вот я недавно делал обзор на пиво Тубор, которое, в принципе, от этого же Карлсберга. И, если честно, сомневаюсь, что он сильно отличается друг от друга. Что у нас по тем самым по данным, или как это сказать? Ага, бутылка 0,45. И тут меня налюбили. Я что-то не обращал внимания. Здесь есть написано. Вместе спирту 5%. То есть, в принципе, довольно для светлого пива, но довольно крепкое. А вот процентное содержание сухих речевин я что-то не вижу. Странно. Ну, не суть, в общем-то говоря. Как бы и хрен с ним. Я, если честно, то есть не возлагаю большие надежды. Скорее всего, это вполне приятный пилстер. То есть, как бы оно легенькое, со вкусом пива, в принципе, без каких-либо, я не знаю, примесей, скажем так. Бокальчик Карлсберг наконец-то пригодился. Красивый такой светлый янтарный цвет. Красивые бульбашки такие прямо любо-дорого посмотреть. Прямо. Ну, в принципе, аромат такой легенький, как легкого светлого пива. Хотя, повторюсь, 5% алкоголя. Ну, вкус не стал откровением. Пиво имеет пивной вкус. Хорошее пиво для утоления жажды, на самом деле, скорее всего. Всего понемножку. И горчинка, и кислинка. Но все в меру, и все очень гармонично, и все классно. То есть пиво, в принципе, если бы оно стоило дешевле, чем оно обычно стоит, можно было пить, конечно, каждый день. Но в данном случае оно имеет ценность большую, чем у обычного пива в Украине. Поэтому я думаю, что берут его далеко не все. Хотя на самом деле алкоголь 5%. Опять же, вкус очень даже неплохой, как для пива. Без вот этих новомодных тенденций делать какие-то сладкие сорта пива, горькие сорта пива. Здесь все в меру. И мне кажется, оно зайдет даже под любую закуску, привычную для меня. То есть рыбка, там, чипсы какие-то, орешки. Вот, я думаю, она под все подойдет. В принципе, я даже, может, задумываюсь, может, даже его и брать, пить себе. Ну, после работы приходить, там, бутылочку куда-то выпивать. Я думаю, это пиво будет даже очень неплохо. То есть приятное послевкусие, приятный вкус под любую закуску и, в принципе, не тяжелое. А по деньгам посмотрю. Потому что это я брал акционное пиво, оно чуть дешевле, хотя с другой стороны, скорее всего, оно дешевле, потому что 0,45, а не 0,5 литра. Ну, а так, в принципе, пиво нормальное, так что я его сейчас буду пить с удовольствием. Кроется гибель, где в пиве никто не тонет, тонут всегда в воде. Реки, моря, проливы, сколько от них вреда. Губит людей не пиво, губит людей вода.